Всем доброе утро. Я уже проснулась. Мое утро началось с того, что у меня позвонила хозяйка, там разбирались по поводу платежей, все нормально. Сейчас я сижу и подписываю фотографии. Те, которые я повырезала, теперь я ищу дату и каждую фотографию подписываю на обратной стороне. Ну, типа такого, чтобы как бы спустя время я понимала, какое это было число, какая это была дата. Распределила фотографии по годам. 17, 16, 15, 12, 10, 14, 13 и даже 2010 год. Офигеть. Это только маленькие. Теперь еще вот такие. Вот такого формата. Тоже сейчас буду распределять. Уф, работа. Пришла позавтракать наконец-таки. А то что-то кручусь, верчусь, так еще и не позавтракала. Хочу попить чай, хоть сегодня и жарко. Бокал не мытый. Хочу попить чай, хоть и жарко, но чай, правда, хочется для горлышка. И вообще, знаете, я очень люблю чай с бутербродом, там, ну не знаю, колбасой там. Вообще, знаете, как идеально? Бутерброд с колбасой, с маслом, можно с сыром, яйцо и сладкий-сладкий чай. Я прям обожаю это. Сейчас не знаю, получится у меня так, нет. Я сейчас возьму, тут вот надо доесть. Кстати, картошка, которую мы вчера готовили, грязный цветный, она офигенная получилась. У нас вот тут осталось, конечно же. Она очень вкусная получилась. Так, что, я думаю, хватит мне, Такой сыр люблю, янтарный, знаете, такой разный. Короче, вот это доем. Что тут есть, ничего. Новое открывать. Люблю чай. Тесс, очень нравится. Но буду пить вот этот, потому что у меня мало Тесса осталось. Я вот так, когда побаловалась. Хотя и тут уже ничего не осталось. Один пакетик. Ну, надо будет купить чай, короче. Я очень люблю Тесс, он очень вкусный. Ну, по мне, достаточно такой недешевый чай, но нормальный, средний. Блин, ненавижу, когда вот это происходит. Неудобно одной рукой. Потому что, ну, не знаю, я не такая прям там богачка. Я могу пить и принцессу Нури чай, который, кстати, нормальный. Вот. Да блин. Короче, легче пакетик вытащить. Все равно я крепкий не пью. Какие дела? Одной рукой так ничего не удобно делать. Что-то какой-то бардак. Вот. Чай. Чай, чай, чай. Ну и теперь буду делать бутерброд. Как раз такой тоненький хлеб остался. Его будет очень вкусно. Наверное, я одной рукой не сделала бутерброд. Ой. Так, зря я ложку убрала. Ну ладно, сейчас помажем. Надеюсь, не сыр. Он лежит у нас уже. Надо вкусить его. Колбаску, блин, колбаску. Короче, ребята, делаю бутерброд, а то у меня так не получается. Вот мой завтрак, бутербродики, чай, шоколадку доем. И буду смотреть Катин влог. Буду кушать и смотреть. Ой, как громко. Вот, и видите, я уже распределила фотографии. Здесь у меня, значит, 10-й, одна фотка, 11-й год, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, нет, 14-й, 15-й, или... Подождите. 9-й, ребят, это 9-й, 10-й, 11-й, 12-й год. Нет, 12-й, 11-й, 13-й, 14-й. 15-й, 16-й, самое большое количество фото в 16-м году. Ну и в 17-м тоже, и 17-й. Это все раз. Потом у меня вот альбомы с детскими фотками. То есть сначала я распределю детские фотографии, и потом уже в хронологии все вот эти.
Еще у меня масса альбомов, не знаю, как они будут помещаться, но тем не менее буду как-то сейчас придумывать, делать. Я хочу сегодня поработать. Не знаю, буду ли или нет. Честно, не знаю. Не буду давать вам обещания какие-то, да. Вот, я посмотрю. Я хочу вот это доделать, и все-таки, чтобы мне уже все было готово. Опять у нас концерт. Если кто-то призвал, ты слышишь музыку? Слышишь музыку? Бардак. Сколько таких фоток. Господи, сколько же у меня фоток. Это просто ужас. Пришел Игорь домой. У нас кошка-мания. Ну как это называется, когда процедуры делают? Кошка-терапия у нас. Марс. Нюху камеру. Нюху камеру. Чего вы там нежитесь, Игорь? Я все вижу. Скажи всем привет, Игорь. Всем пока. Игорь пришел домой. А, я уже говорила. Короче, мы вот будем обедать вот таким нарезочкой. Вот. Не хотим картошку греть и кушать сейчас. Оставим ее на вечер. И мы хотим посмотреть молодежку. Мы вчера не дождались ее. Хотим сейчас посмотреть. Вот. Мы вчера ЗКД смотрели до 4 утра. Так что вам тоже всем приятного аппетита, если вы кушаете. Ой, я столько уже дел переделала, ребят, сегодня. Я работала, у меня была вечерняя работа. Игорь, у меня была вечерняя работа сегодня. С холлом. Потом я занималась всякой фигней, поговорила с мамой, вот сейчас помыла посудку. Сейчас мы будем греть, кушать, будем картошечку доедать и будем смотреть ЗКД. Кошки. Голодные, только я недавно давала. Все чистенько, посуда перемыта. Вот наша объеденная картошечка. Давайте я вам еще раз расскажу, как мы ее делали. На противень Игорь выкладывает сначала фарш, солит его. Далее картошку ломтиками средними. Потом картошечку смазываем майонезом. И отправляем это в духовку. По готовности ножом потыкали, как картошечка мягенькая уже стала. Мы посыпаем это сырком и, в принципе, выключаем. Мы любим сыр такой легкой поджаренности, но этот раз мы сготовили, он прям, вот смотрите, очень поджаристый. И нам так вкусно для разнообразия. Вот и салатик у нас, и Марсик вон там. Марсик. Мы будем смотреть ЗКД, Игорь уже включает. Второй сезон начинаем, первая серия. Смотрите, как Креслик спит. Сейчас я его увеличу. Креслик!